Объем госдолга Белгородской области к 2022 году должен снизиться на 14%, с 33 до 28,5 миллиардов рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Савченко. Область продолжит наращивать выпуск собственных облигаций, снижая при этом объем менее выгодных бюджетных кредитов и банковских займов. Кроме того, практически в два раза снизится сумма областных госгарантий с 6 до 3 миллиардов рублей. В итоге дефицит казны региона не должен превышать 10%.